We are Talking Heads. Talking Heads. Levels exceed the red. Metal Heads. We're Talking Heads. Levels exceed the red. Pushing the mud to the edge. Heavyweight pressure coming down for the Metal Heads. Are you ready for this? Talking Heads. Talking Heads. Это мой лейбл, я им управляю. Я основал его с Doc Scott много лет назад. Это был такой прото-лейбл в некотором смысле. Он по-настоящему ключевая фигура, понимаете? У нас на сцене несколько таких важных ключевых фигур, таких как Голди, Грув Райдер. Те люди, которые реально держат всю сцену. Metalhead здесь со времен Большого Взрыва. Ну, вы поняли, о чем я. Все элементы, все музыканты были тут с давних времен. Голди реально тот чувак, кто по-настоящему поднял сцену и всю драм-н-бейс культуру на новый уровень. Для меня Metalheads — это явление, которое собрало кучу людей вокруг себя и сделало много вещей для задания сегодняшних стандартов музыки. Концепция — это голова. Все варится в голове. Голова должна смотреть вперед. Metalheads называют самым престижным и все такое. Но мы это не раздуваем. Это делают много людей, собираются вместе и заставляют это работать. Они делают потрясную работу. Если вы посмотрите на список их релизов, то не каждый лейбл может похвастаться таким богатством, как Metalheads. Это действительно такой необычный символ. Когда мы его придумали, он напоминал мне своего рода икону с буквальным смыслом. Когда я умру, и все остальные умрут, а музыка останется. А вот почему это череп наушников. Я не могу назвать больше таких лейблов. Ну вообще, что дают такую свободу музыкантам делать все, что захочется. Никаких барьеров, чтобы сделать шаг вперед. Это и есть Metalheads. Так много разных людей вовлечено, с таким разным бэкграундом. У кого-то за плечами джаз, у нас рейв. Мы все очень разные. Когда Metalheads появился, это было время начала такого своего рода разделения в британской клубной культуре. Я не знаю, как это произошло, но пришел рейв и сделался черным или белым в каком-то смысле. Ну, если вы понимаете, о чем я. И, в общем, когда я приходил в спид и определенные брейкбит-клубы в ранние дни, это было впервые за долгое время, когда я сталкивался с таким смешением, и это многое для меня значило. Ну, Blue Note, конечно, это были в основном люди, уставшие от порядков Вест-Энда и всего этого. На самом деле, невозможно было найти хороший маленький клуб в Лондоне, чтобы играть быструю музыку. Так что в то время это было круто, они ускорили ритм, и это был большой успех. Именно там Metalheads получил своего рода старт. В общем, Blue Note просуществовал всего 3 года, и потом они перезапустились и ушли в другую сторону. Правда, это реально было странно. В смысле, я получал столько удовольствия от того, как все это развивалось. Бац, и через 3 года всего этого нет. Это место, куда люди приходили послушать новую музыку. Единственное регулярное место в течение 3 лет. Ну а кто не пришел, вы много пропустили. Blue Note — это школа, школа драм-н-бейса. Ходить туда — это как ходить в школу каждую неделю. Ты приходишь в Blue Note, слушаешь свежак, то, что играет, то, с чем свой, это все такое. Это реально школа, это не просто сходить в клуб. Это школа, и все знают это. Я думаю, это то самое место, где люди действительно могут поставить то, что хотят. И диджеи не стесняются это делать. Ты знаешь, тут совершенно разные люди собираются. Приезжают сюда на 3 дня специально ради этой вечеринки. Ну, из Дании, например, или из Копенгагена, Исландии, или откуда-то не было. А плюс к этому местные люди из Лондона, с Южного Лондона, с Западного Лондона. Еще люди приезжают из Уотфорда, Манчестера. Люди просто отовсюду. Даже из
штатов всего на неделю в городе стремятся попасть сюда, так что тут нечто вроде бы такой небольшой глобальной семьи. В клубах тяжелые треки идут на ура, мощные биты и жесткие басы. Вот что хотят люди, вот что они хотят слышать в клубе. Люди хотят музыки, которая заставит их танцевать, двигаться. Некоторые создают определенную атмосферу, а некоторые, как Doc Scott, например, играют что-нибудь особенное, а потом как вонзят что-нибудь адское. Никогда не забуду, как играет Groove Rider, держит напряжение все время. Никогда не забуду такие моменты. Как у диджея, у тебя есть определенный набор штучек, и ты играешь определенные треки, и в любом другом месте ты задумываешься, что нет, люди еще не готовы к этому или к этому, а блин, ну да, они готовы, если так, прямо сейчас. Когда ты в клубе, ты отдаешься этому целиком, ты должен услышать, какие треки поставят, кто попробует, какие-то новые стили, которые ты должен услышать. Это место, где ты должен быть по-любому. Именно здесь люди экспериментируют с музыкой больше, чем где бы то ни было. Множество людей, приходящих в Blue Note, слышат о Metal Heads, и когда они приезжают в какой-нибудь другой город в рамках тура или что-то типа того, то все хотят быть там, потому что все хотят ощутить именно тот вайб. Все знают, что все будет на определенном уровне и определенного качества. Это Metal Heads. Врубаешься? Metal Heads — это круто, понимаешь? Это самая крутая штука с самого начала. Я думаю, люди просто не были уверены, что эти маленькие сцены могут конкурировать с большими площадками, и они, конечно, смогли. Мы привыкли делать это в небольших местах, но нет ничего плохого в том, чтобы включить андеграундную музыку для 2-3 тысяч человек, понимаешь? И появилось уже определенное количество больших комплексов мощной саунд-системы, с помощью которых реально можно продвинуть андеграундную музыку. Движуха всегда в клубе, в каком-то смысле. Это место, где все встречаются, где мы всегда вместе. Это может быть какая-то встреча по делу или просто чемпионат по картингу, например. Неплохая у тебя скорость, Джей Мэджик. Джей Мэджик оказался мастером вождения. Вот почему мы все беспокоимся. Я действительно волновался по поводу этой гонки. Если вы не заметили, я снял все золото. Уменьшил свой вес на фунт. Это поможет увеличить мои преимущества. Тортик Metal Heads – следующий шаг в нашем спектре товаров. Торты Metal Heads хотите попробовать? Если у вас есть хотя бы малейшие сомнения по поводу свободного места для обгона, не обгоняйте, времени хватит, сделайте это в каком-нибудь другом месте. Команды сформируйте сейчас, прежде чем приступать к следующему этапу. Switched on you. Time for all the heads to come together. Listen to the drum and the bass to take you higher. 'Cause we come to inject it, we come to play it, we come to rough it, so we come to smash it. Headstrong. Десять лет назад я был там же, где все остальные, я предполагаю. Ну и вот однажды появился Acid House, и моя жизнь изменилась.
В районе 93-94 года я начал слушать то, что тогда называлось хардкор или чисто джангл, а потом изменилось на drum and bass. Я слышал несколько треков, один Букима, который назывался Music, и это было как, да еще Аполло. Это были такие чистые, простые треки, в которых был фанк в таком новом виде, как я до этого просто никогда не слышал. В 88-м я только открывал для себя хардкор-сцену. Была такая группа тачек Parallel Tribe Travelers, которые обращали на себя внимание с помощью мощных саунд-систем. Это было мое первое посвящение в хардкор-музыку, эти сборы большого количества людей в поле. А до этого я был хип-хоп-чувак, меня заряжал хип-хоп тогда. Для меня важным в драм-н-бейсе является гипопараллель с хип-хоп-музыкой. На самом деле, когда хип-хоп только начинался, было две вертушки, микрофон и понимание того, что это все новое, ощущение новых возможностей. Потому что рок-н-ролльщики устали, они продолжали воспроизводить старые трюки, но тебе это не нужно. Хочется уже закрыть ту дверь, заглянуть в широкое новое пространство возможностей, от таких вещей, как Planet Rock получаешь, Tribe Called Quest, а потом Wu-Tang Clan. И все развивается и движется. И с драм-н-бейсом сейчас то же самое. С самых его начал-то прошло лет 5 или 6. Сначала это называли музыкой тупиц. Когда я работал с саунд, меня называли Рэй Тупица. Потому что музыка была такая быстрая. И потом появился термин breakbeat hardcore. Сначала это был хардкор, а затем после хардкора мы стали называть это джангл. Джангл, и джангл остался со сцены надолго. Потом музыка стала мрачнее, ну понимаешь? Потом еще появился джамп-ап и драм-н-бейс, и сейчас считается, что джангл породил драм-н-бейс. Я бы сказал, что эта музыка отражает время, в которое мы живем сейчас. Я думаю, что эта музыка настоящего, но ее можно слушать в любое время. Голди назвал свой альбом «Timeless», это в каком-то смысле он и имел в виду. Мы ведь до сих пор слушаем эту музыку. Я представляю танцевальную музыку как поезд, идущий из 70-х и 80-х. Одно большое путешествие. Поезд идет по рельсам и раз в несколько лет останавливается. И идет он от джаза до электро, до хип-хопа, до диско, до хауса и до рейва. И на каждой этой остановке музыка останавливается и создает небольшую сцену. Некоторые из этих сцен вырастут, некоторые останутся маленькими и все такое. Так что drum and bass — это тот самый поезд, прибывший из фанка. Мои источники вдохновения — это люди вроде Марвин Гейн, Херби Хэнкок, Yellow Jackets, Боб Джеймс и все вокруг джаза, фанка, фьюжена и соло. Меня очень сильно вдохновляет, когда я слышу нечто такое особенное, что сильно отличается от того, что я слышал ранее. И вот это меня вдохновляет больше, нежели какой-либо один конкретный человек. А когда я в студии, я часто слушаю соул, много рэр, грува. Для меня, когда я еще учился в школе, я был просто внутри всего этого, внутри рейв-сцены и ранней хип-хоп-сцены, и это было трудно для меня, потому что я не мог ходить в клубы, так как мне было лет 14-15, и я был слишком мал. Если говорить о погружении в музыку, то на это сильно влияла эра брейк-данса. Я в основном слушал регги-артистов вроде Денниса Брауна, Фрэнки Пола, много всяких, и хип-хоп вроде Биг Дэдди Кейна и подобного. Я любил такое. А Ультрамагнетик МС — одни из моих любимчиков на все времена. На меня оказали влияние такие люди, как The Clash и Джеймс Браун. Это все смешалось, но с этими именами я вырос. Мне всегда нравилась музыка 70-х, джаз и фанк, вроде Funkadelic, Майлз Дэвис и Херби Хэнкок, и тому подобное. Я даже особо не слушался вокал, меня перло от ритма.
Им нравится абсолютно разная музыка, по абсолютно разным причинам. Они слушают звуки, понимаешь, они не имеют каких-либо предубеждений. Если они услышат старый трек Annie Lennox, и там есть хороший вокал, они используют. Если они услышат Sun Ra с этими странными электронными клавишными, которые он использовал в 68-м, они используют это. Понимаешь, они не будут говорить: «О, это джаз, это нам не нужно». Они очень открыты в плане музыки, я считаю, что это очень и очень важно. Как я говорил, вот есть этот пояс с кучей вагонов позади нас, которые мы можем обойти и взять из них то, что мы хотим. Вся музыка движется вперед очень быстро, потому что эволюция — это очень важный ингредиент в драм-н-бейс музыке. Она позволяет держать свежесть и поддерживать интерес. Люди, которые интересуются, покупают нашу музыку, не важно, что они с ней делают, они чувствуют вайб, настроение, которое мы, как люди, передаем, делая эту музыку. Это часть нашей души, которая запечатлена на виниле, чтобы вы могли услышать, что находится внутри наших голов. Это первая чисто британская музыка со времен панка. Если вы спросите кого-либо про drum and bass, он немедленно скажет: Англия, или Лондон, или Бристол. Так что это первый стиль со времен панка, что родился в UK, и я горд быть частью этого. И было бы круто спустя 30 лет оглянуться назад и сказать, что да, мы дали жизнь этому. С одной стороны, это здорово, что ты можешь просто делать это у себя в спальне, и настоящие мастера прорвутся за счет своего фирменного звучания и будут на первых позициях. Но сцена нуждается в новых героях, которые могут снова поднять уровень выше. Groove Rider, Goldie, Ronnie Size, Crust, Dillinger. А они все ждут, когда следующий герой придет и сделает еще один шаг вперед. Вот что здорово в этой сцене. Есть люди вроде Optical, Ed Rush, Dillinger, настоящие ученые баса, как мы их называем. А они раздвигают границы в том, что касается создания басовых звуков. Вот один из незаконченных брейков, над которым я работаю. У него свой собственный саунд, который постоянно вдохновляет. Фишка в том, что ему никогда не нравятся его треки. Ну, спроси любого, я не понимаю почему, но ему постоянно не нравятся его работы. На самом деле, когда я делаю трек, я никогда не выкладываюсь в него на все свои 100%. Я еще никогда так не делал. Все, что я делаю, это поработаю над брейком, еще какими-нибудь частями трека, и все. А всю остальную часть трека просто пытаюсь заставить звучать так, хотя бы немного похоже на то, что я хочу. Ты узнаешь, что трек Dillinger буквально за первые 2 секунды. Ну ты просто узнаешь. По басу? Я имею в виду бит ударный, еще до того, как появится бас. Ты уже знаешь, что это Карл. Все, что там есть на данный момент, это всего лишь кик. Карл делает реально жирные треки. Треки с бейслайнами, получается, такие оригинальные по стилю. Ну, то есть, я не слышал, чтобы он копировал кого-либо, он делает свою тему. И он создает свой звук, движется в своем направлении. Определенные методы искажения баса. Да, ты можешь сделать это вживую. Вот это всего лишь бейс-кик. И потом ты можешь, например... Вообще много вариантов добиться этого. Можешь удвоить его. Вот раздуть, и когда он начинает звучать, это как атмосфера накатывающая. В общем, много всяких вариантов, но в данный момент я делаю это таким образом. А вообще, вариантов много. Когда я впервые встретил Dillinger, он стал говорить со мной о герцах, о частотах, и я просто удивился. Этот парень знает свой бас и относится к нему с полной серьезностью. Карл хуже всех.
Орал делает самый низкий звук, и некоторые даже не могут это терпеть. А меня больше всего вдохновляет именно Диллинджер. На самом деле, Диллинджер очень крутой артист, настоящий демон. Карл может разорвать любой танцпол и делает уже это много лет, потому что это он. И все брейки сейчас звучат вместе. Частоты, которые ты слышишь в его треках, которые сами по себе звучат абсолютно уникально, потому что то, что он делает с басом, он прекрасно понимает, что хочет услышать. А это я рыгаю. Иногда я использую сэмплы, но сейчас я, как правило, беру микрофон, выдаю какой-нибудь звук своим ртом, пропускаю через сэмплер или вроде того, и это звучит как эффект. Нужно приглашать сессионных музыкантов, чтобы они сыграли то, что я хочу услышать, потому что иногда ты не можешь найти готовый сэмпл в нужном ключе, и ты стретчишь его в сэмплер и теряешь качество. Ты не можешь найти именно то, что тебе нужно. Поэтому сейчас, работая над своим альбомом, я приглашаю музыкантов и говорю, что мне нужно. There's different percussion sounds, sort of. A little funk thing. Я бы вообще хотел, чтобы все писали треки, чтобы у меня было больше чего играть. Здесь нет проигравших и победителей, нету. For you heads, we're abstracting it. Abstract it from the metal hardcore design. Rolling instrumental. We abstract it from the metal. Это буквально как серфинг. Все равно, что прыгать по волнам, которые уносят тебя в то состояние, где ты сделаешь все правильно. Когда ты счастлив, грустишь, в депрессии и так далее, ты связываешь свое чувство с музыкой, и потому нам не обязательно записывать куплеты и припевы в треках. Мы можем заставить слушателя включать свое воображение. Независимо от того, что за эмоции ты упакуешь в трек, если это сделано хорошо, это будет влиять на людей так или иначе, будет трогать их. Ну, как это раньше происходило? В общем, были у нас топовые ребята вроде Goldie, Four Hero, Fotek и подобные люди, и они ставили треки, которые заставляли многих людей на сцене думать, как они сделали это или то, и они приходили к себе в спальню или в студию и старались вовсю. И так открывались всякие новые техники и фишки. Ты создаешь много разных звуков, бейслайнов, играешься с брейками, и когда соединяешь все это в единое, получается совершенно новое звучание. Все дело в вайбе. На самом деле это работает у Ed Rush и Fierce. У нас есть такая небольшая группа людей, с которыми можно работать. Для нас всегда все дело в вайбе, в треках.
Вот здесь-то мы и творим Virus. Весь став, что выходит на Virus, делается тут. И тут же ты пишешь альбом вместе с Эдраш? Да, мы вроде как делаем этот альбом уже месяцев 6. Сегодня у нас вроде как последний день, чтобы закончить один из треков. Ну, может быть и два. Да, вроде последний, чтобы разобраться с новым материалом для альбома. И вы провели здесь 6 месяцев, делая его? Даже, наверное, немного больше. Да и мы даже не осознаем этого. Мы просто приходим в эту комнату раз в неделю, делаем один трек, наверное. И у нас копился материал, так что имеет смысл выпустить это все за один раз. А вот то, что я называю сердцем студии, сэмплер, ну, уникальный сэмплер. Мэтт привносит множество разных текстур, он знает много о наслоении в треках, добивается как можно более глубокой структуры и широкого пространства звука. А Мэтт также знает все методы получения звука, если, например, я скажу, что, скажем, некий звук А должен звучать как-то так, и если я пишу это словами, то Мэтт уже знает, что я имею в виду, и нажав две кнопки и проведя там небольшую обработку, звук уже тут. Трек может быть определенным образом завершен вплоть до последнего часа. И в последний час ты говоришь: «Погоди, этот бейслайн неплох, но, если честно, мы можем сделать лучше». И напарник говорит: «Да я тоже так думаю». Но часто так и выходит, что в последние полчаса или час делаются ключевые вещи. Optical – настоящий музыкальный инженер, в принципе. Он способен делать много разных вещей. Просто он фокусируется на драм-н-бейсе, как на основной своей сильной стороне. Я знаю Мэтта Оптикала по большей части по ремиксам, ну и вот у него планируется альбом вместе с Эдрашем и свой лейбл Virus и еще куча синглов. Короче говоря, он 24/7 в студии. Мне кажется, это прикольно. Он всегда стремится двигаться вперед и вперед на следующий уровень эффектов, пропустить этот звук через юнит снова и снова. Вот такие интересные страшные звучки. Здесь вот весь альбом. В процессе того, как мы сочиняем трек, он приобретает свою форму, кусочки соединяются в процессе работы. Я думаю, в музыке проявляется настоящий характер человека. Что-то может быть неочевидным, невыраженным, но в музыке будет высказано это все очень четко. Для музыканта возможность сделать трек сегодня и поставить его с пластинки завтра на вечеринке, а потом выпустить его спустя несколько недель очень важно. Сделал трек в пятницу, сыграл его в субботу и получил реакцию. Ну, так было, например, с треком Shadowboxing. Shadowboxing — это ночь в студии и сырой миксдаун. Ты делаешь трек, нарезаешь на доплей, ты играешь его в этот же уикенд и получаешь мгновенный фидбэк.
Я думаю, Metalhead — это самый уважаемый drum-and-bass лейбл сейчас. Они открывают новые горизонты раз за разом. Искажения на самом деле не так важны в драм-н-бейсе, он просто должен звучать громко, может быть и немного искажен, но не так сильно, пока не начнет вызывать у слушателей кровотечение из ушей. Ты слушаешь трек, заставляешь его звучать. Ну, в смысле, смотришь, какая требуется эквализация, нужно ли больше баса или больше высоких, нужно ли усилить снейр, нужно ли сделать его более хрипящим и так далее. В общем, устанавливаешь все уровни так, чтобы все устраивало, и как только ты соберешь все это в едино, это можно нарезать. Вот так и появляется drum and bass, один трек за раз. Вы знаете, они задействуют все вычислительные мощности, чтобы сделать вот грязным, и я считаю, что они делают неправильно, потому что цифра была изобретена, чтобы звук был чистый и как можно более точный, так что мне кажется, они неправильно используют этот эффект. Диджа, наверное, мой самый сложный клиент, потому что как только он появляется, это значит, мне придется нарезать что-то три раза, как минимум, потому что он продолжает и продолжает давить звуком, и это так просто не проходит, головки взрываются, а ведь это стоит 10 тысяч фунтов, чтобы починить головки, а Диджа все давит и давит. Он один из самых сосредоточенных на громкости драм-н-бейс продюсеров, и звучит это очень грязно, такое сложно нарезать, но усилие стоит того, когда его трек звучит в каком-нибудь сете, он реально словно бьет тебя по лицу. В конце концов, ты должен делать музыку, которую диджеи хотят играть. Я думаю, это самое важное, когда треки доступны для танцпола. Там они получают жизнь, и атмосфера настраивает людей слушать. Лемон Ди и Диллинджа, они отличные продюсеры. С возрастом, как они начали еще и диджей, ты слышишь уже немного другие вибрации. Последние 3-4 года я не видел новых диджеев уровня, ну, как я это называю, премьер-лиги. Groove Rider, Fabio, Doc Scott, Randall, NDC. Вот это все хорошие, хорошо известные имена. Последние 4 года я не видел никого подобного. Как будто это такой закрытый клуб, в который, я думаю, последним вступил NDC, и он попал туда через длинные темные тоннели. Давным-давно выяснилось, что каждый хочет быть диджеем, каждый хочет быть MC. Но даже трек вышел с таким вокалом. Сегодня то же самое. Куча людей интересуется этим и чувствует, что могут выразить себя как MC или диджей. А быть диджеем — это значит знать танцпол. Это может, ну, занять минут 20, чтобы начать чувствовать людей. Ты ставишь разные вещи и смотришь, какие из них имеют отклик и следуешь дальше в этом направлении. У тебя есть какие-то пластинки, ты берешь их с собой, идешь играть, и это представляет, так сказать, твой саунд, что ты будешь играть. Если толпе это понравится, то это в конечном счете самое важное. А в моем представлении, если ты сможешь взять два жирных трека и круто их свести, то ты определенно произведешь впечатление на людей на танцполе. Главное для меня — это играть музыку. Для меня не имеет значения, кто есть кто. Мне достаточно того, что есть публика. Неважно, кто они такие, понимаете? Я изо всех сил стараюсь заставить их двигаться. Это значит, что я не смотрю на лица, я смотрю на ноги, понимаете? Именно так это работает. Это как футбол, это как теннис. Бывают и хорошие, и плохие дни, но я считаю, что хороший диджей должен быть постоянен, и что бы ни случилось, что бы ни взбрело в голову, он должен быть сконцентрирован на публике и развлекать ее. Когда ты посещаешь рейвы и наблюдаешь, как это ощущается оттуда, то это лучше, чем просто говорить, я буду играть это или я буду играть то. Когда я был молодым и диджеил у себя в комнате, я представлял себя в клубе, публика моя, чтобы я не поставил, все идет на ура. И это невероятное чувство, когда ты поймал эти вибрации за хвост. Тебе
Тебе не нужно думать, ты просто достаешь из сумки новую пластинку, и она сливается с предыдущей. What is it all about? It's all about the drums and the bass. It's all about the platinum breaks. Listen to the drum and bass sound we demonstrate. Это что-то вроде подсознательного знания, что ты будешь ставить и где ты будешь это ставить. Ты просто чувствуешь вайб и пытаешься сделать так, чтобы удержать этот вайб. Иногда я планирую, иногда, 50 на 50, что-то планирую, что-то нет. Иногда что-то приходит в голову из танцпола или от предыдущего диджея, и все это зависит от настроения, от чувств, от происходящего вокруг, а в основном от чувств и ощущений. Все дело в них. The mood you're in and what's going on, and it depends on a lot of feeling. That's all it's all about. Just the feeling. Вот в чем вся суть диджея в работе с публикой: ощущать, что они хотят, и идти вместе с ними. А в любом музыкальном стиле, если есть какой-то набор диджеев, то у них складывается такое дружеское соревнование, потому что если его не будет, то музыка умрет. Чтобы публика каждую неделю продвигалась к новому передовому материалу, должно быть дружеское соревнование, и для этого диджеи должны быть сами в этом передовом материале. Потому что если Грув Райдер расслабится на одну неделю, то кто другой опередит его? Если Скотти расслабится неделю, кто другой опередит его? То есть все должны успевать. Ты ставишь трек, и толпа сходит с ума. В смысле, что трек крутой, и ты ставишь еще один хороший трек, и ты сводишь эти два трека вместе, и вся площадка слетает с катушек. Вот это того стоит. Марли Марл крутой. Он играет на пати Metalheads. А когда вы слышите Марла, вы услышите и Рэндала, потому что его материал будет там, а также Source Direct, фоток, и все такое. Еще Бейли. Бейли это как тяжелые ботинки, такие человек тяжелые ботинки. Я просто люблю сводить. Я могу слышать тот или иной трек просто из-за ритма в нем. Иногда я могу вводить трек в абсолютно разных местах, но он никогда не будет звучать ни к месту. Но, по крайней мере, я стараюсь сделать так, чтобы он не был ни к месту. Чтобы быть диджеем, вы должны по-настоящему любить музыку. Так что лично для меня это две вещи, идущие рука об руку. И я никогда не брошу диджейство. Я люблю, когда весь спектр музыки играет за одну ночь. То есть, когда в одном лайнапе, на одном танцполе играют диджеи разных стилей. Я не увлекаюсь исключительно брейкбитом или строго одним стилем музыки. Я люблю объединять разные музыкальные поля в одну интересную, приятную, динамичную подборку. В основном я пытаюсь сделать нечто не вроде эклектики, потому что я ненавижу это слово. И мне не нравится такая идея пойти в клуб, где чувак будет играть самый разный став, самых разных стилей. Я хочу слушать того, кто может реально создать целый рассказ. Главная задача любого диджея – это заставлять танцевать. We're coming down to bring the bass, beat, range and treble. We're coming down to keep it hard like metal. Smash the speakers, bump up your heads. Got to keep it rocking to the sound, metal heads. Толстяки побеждают. Следите за мной и будьте готовы, потому что меня не остановить в повороте, понимаете? Очень-очень трудно, очень ухабисто, что не слишком хорошо для больших парней, но мы справляемся. Мы тут сейчас обсудим тактику, но не должен об этом знать. Извините, я тут просто проходил табло посмотреть. Иди как своей команде, гребаный ублюдок. Мы готовы?
Это все головы, чувак, это все головы. Breaking it, we're taking it. The Metalheads number one. Отличный обход, отличный поворот, да, отлично. Да я в порядке. Лемон Ди всегда был как сын Карла Делинджа, он как фанковый Делинджа в каком-то смысле. У него свое видение, он очень круто имитирует всякие звуки, круто все это прописывает. 2 года назад появился более мрачный звук, потому что многие говорили, о, да, это будет мощно. И, в общем, это круто. Многие тогда стали соревноваться в тяжелости, что, в принципе, хорошо, но для себя я думаю так, что должен быть некоторый подход, который подкажет, а какой может быть музыка, когда она не придерживается одной стороны звучания. And then when I bring it back, it's like... Лично я люблю помедленнее, потому что в таком случае можно быть более разнообразным. Сейчас все более быстрое, более минималистичное, потому что невозможно впихнуть музыку в эти барьеры. Ты пытаешься довести до критической точки, до 175, потому что на 175 ты не можешь быть музыкальным, поэтому я и застрял на этих скоростях. Set producers break away and do stuff a little bit slower. Я лично считаю, что как только люди начнут осознавать, что нельзя делать музыку настолько быстрой, и начнут немного замедляться, делая музыку в этих границах, а звучать это, конечно, будет по-другому, но в данный момент мы получили эту точку, где они начинают осознавать. Если будем разгоняться, то да, это хорошо для танцпола, но музыка станет более минималистичной. А я помню трек несколько лет назад, сделанный каким-то парнем, который сделал его смехотворно быстрым, ну и назвал его как-то вроде этот... Трек слишком быстрый. Очевидно, это было шуткой, и не предполагалось, что кто-то будет делать треки такими быстрыми. А сейчас это именно то, что обычно и делают. Если вернуться к первым drum'n'bass трекам, это все начиналось 4-5 лет назад, тогда drum'n'bass начинали писать. А теперь это можно слышать совсем в разных треках, в разных жанрах, будь то хаус или что еще. Я думаю, очевидно, что drum'n'bass быстро развивается и еще будет продолжать развиваться. Ой, я вообще забыл об этом. Вот здесь вот 3 разных версии, да? Но я продолжаю рисовать, и звучит это довольно органично. Но у меня как бы вроде здесь такой темплейт, для который я использую все время. Сейчас это определенное развитие. Мы постоянно нуждаемся в новом оборудовании и технологиях. Но раньше все, что было нужно, это простой комплект оборудования за 1000 фунтов или около того. Это простая вещь, это сэмплер, в принципе. Тот же самый процесс. Руки тут, сидишь здесь и крутишь тут.
Технологии, применяемые в музыке, сейчас дают так много свободы, ну, хотя на самом деле слишком много свободы. Это просто, когда знаешь как. Если ты знаешь, как пользоваться оборудованием и понимаешь, что для этого нужно, но если кто-то просто хочет сделать определенный звук и не знает, что делать, но он понимает, что ему нужно оборудование, но не знает, какое. Когда я записал дудки на жесткий диск, и потом они появились на экране, и я могу их двигать куда хочу, такое просто не сделать на студийном микшере. Это просто тон, это все те же самые тоны, просто кто-то запрограммировал их и выпустил эту штуку. Меняй waveform. Иногда это может просто полностью поглотить тебя. Люди теряют контакт с социумом, и в конце концов это может попросту сломать тебя. Мы делаем машины нашими друзьями. Нам приходится так делать, потому что мы иногда никого другого не видим. Поэтому машины — наши друзья. Любой, кто идет в студию, начинает накручивать, и все равно микс-даун звучит плохо, и в клубе еще ужаснее. Но это тяжелый труд, это может тебя сломать. А давай собираем команду. Вы четверо против нас. Голдин не умеет играть в футбол. Даже я лучше играю. Арсенал проигрывает в финале. Я работал в музыкальных магазинах с 17 лет. Это было то время, когда техно начинало появляться, и я практически мог брать его прямо с полок. Мы участвовали в организации серии андеграундных нелегальных рейвов в своем месте. И у нас собиралось 300 человек на хардкорную джангловую гаражную пати. Но в этом был позитив. Потом, конечно, появлялась полиция, закрывала все, и куча молодежи собиралась вместе и тусила. И так все начиналось, стала сцена. Ну да та же фигня у нас, понимаешь, ничего сложного. Проводили пати, делали треки, чтобы играть их на системах. Ну, понимаешь, диджеил на нескольких пиратских радиостанциях. Defection FM, Underground FM, Substransmissions FM. Через эти станции создал себе репутацию и стал общаться с Chemistry, Storm, которые, в общем-то, и познакомили меня с тусовкой Metalheads. Ну, я вообще всегда знал, что буду музыкантом. Отец говорил мне, займись чем-нибудь другим, но я его не слушал. На самом деле, существует не так много лейблов, которые выдерживают более 4-5 месяцев. А у нас это в крови. А не так, чтобы каждую неделю выполняем план, делаем то и это. Я так не могу, чувак. Если так не происходит на лейбле, то так происходит в клубе. А если не в клубе, то на лейбле. Можно пройти через много и не подозревать, что существует целый мир под тем, что на поверхности такая андеграундная штука. Мне приятель как-то поставил несколько треков, и я такой, ну, ничего себе, да я, в общем-то, на радио это вовсю вонзаю. Но мейнстрим — это когда всякая реклама, ну, телевизионная реклама, много всякой фоновой музыки для телешоу, используют драм-н-бейс ритмы, но по каким-то причинам их никогда не делают реальные люди из драм-н-бейса. Это просто те же самые
телевизионные продюсеры. Они берут CD с сэмплами и имитируют то, что делают настоящие драм-н-бейс продюсеры. Если вы включите телек, увидите там рекламу, то там чистый брейкбит на фоне. Оценится эффект, который мы произвели на всю сцену и общество, потому что всего 10 лет назад они говорили, типа, что вы имеете в виду под быстрыми брейками, и не хотели даже знать об этом. Даже подсознательно вы слушаете музыку. Подсознательно, даже в рекламе, в заставках, в спортивных трансляциях вы слышите музыку, и люди даже не осознают это. Ну, на самом деле, сложно сказать, что такое мейнстрим. Если взять хип-хоп-сцен, например, самые жесткие треки продаются лучше, но сказать при этом, что мейнстрим, а что нет, сложно. Люди слушают то, что они слушают, что хотят слушать, покупают, что хотят покупать. Сейчас множество музыкантов и продюсеров рвутся подписаться на мейджор лейблы и на самом деле уже выпускают синглы с мыслью о коммерческой популярности. Мы не заинтересованы в коммерческих лейблах. Понимаете, должно быть хоть какое-то общее понимание, кто мы такие, откуда взялись. Если оно есть, тогда мы заинтересованы. Да я вообще не думаю, что это мейнстрим. Я думаю, это просто хорошая музыка. Если бы драм-н-бейс был на вершинах поп-чартов, тогда люди бы относились к нему как к мейнстриму, к попсе и все такое. На самом деле мы делаем музыку исключительно для себя. Это, в принципе, мило поставить ее людям и послушать, что они думают, получить реакцию. Но лично я не люблю такое. Я бы предпочел, чтобы ее послушало как можно меньше людей. Drum'n'Bass — это следующий уровень, по моему мнению. Drum'n'Bass — это музыка нового тысячелетия. Все идет не по коммерческому сценарию. Я имею в виду коммерческая пресса, коммерческие лейблы. Они сфокусированы на сцене последние несколько лет, и они уже начали двигаться дальше, в спид-гараж или еще куда-то. И при этом множество людей заявляют, что Drum'n'Bass умер. Но это чушь, потому что андеграунд-сцена все еще цела и едина, и следует своим корням. Ну, блин, ну, на дворе 98-й год, а мейджор до сих пор все делают по старинке. Им бы следовало быть повнимательнее. Я бы хотел, чтобы такие люди, как Фрости, Брайан Джи и прочие, перешли в наступление, чтобы мейджоры вышли с ними на контакт и сказали: погодите, каждый может иметь свой кусок пирога. И почему бы нам не подбирать артистов и материал, а им просто продавать записи, ведь они умеют это делать. Дайте нам более широкую дистрибуцию, и мы возьмем дело в свои руки. Прямо по орехам мне старику заехал. Снова первый в спортивном дне лагеря Metalheads. Как видите, что начинается дождем, всегда заканчивается солнечно. 7-1, Голоди Хэтсвилли. 7-1. Доброго дня.
У нас есть шоу на KISS, Radio One, так что я думаю, лет через 10, ну я надеюсь, что мы захватим всю планету. Если вы только что включились, это Radio One, это Groove Rider. В студии сегодня до 4, музыкальная политика, drum and bass исключительно. И через 15 минут или около того у нас будет микс из Creamfields. А Radio One, запомните, где вы услышали это впервые. Но мы просто стараемся оставаться на вершине музыки, понимаете? Мы всегда смотрим на новые вещи. Ты не можешь застрять на одном и том же на много лет. Все меняется, и нам нужно меняться. Это развитие для нас. Мы так работаем, я так работаю. Мои правила – всегда быть начеку и никогда не относиться негативно к новому. Так ты учишься. Привет, мчится DJ Da и Краст. Ну и не забудем о Ronnie Size. Но у меня нет никакого плана на самом деле. Просто что-то движет мною, потому что музыка — это сердце, а не голова. DJing — это элементарно. В смысле, все, что ты делаешь, это ставишь пластинки. Но в конце концов у вас есть доны. Реальные тяжеловесы, ваши маэстро, лидеры. И если вы спросите меня, кто лучший диджей в брейкбите, драм-н-бейсе, то я назову два имени, которых я всегда хочу послушать. Это Groove Rider и Краст. В конце концов, доны есть доны, а они нужны, чтобы вдохновлять людей вроде Джей Мэджика и Джайлз Петерсона пойти вместе и поиграть несколько брейкбитовых пластинок. Я просто надеюсь, что однажды включу радио, и там будет drum and bass круглые сутки. Множество продюсеров сейчас движется вперед, забывает дух старой школы, забывает дух техно, фанка. Вот, ну, фанк забывать вообще не следовало бы. Нужно следовать духу фанка, не забывать ничего, не концентрироваться только на одном, а продолжать двигаться, сохраняя дух разных стилей. В будущем люди смогут оглянуться назад и сказать, что это было звуком будущего больше, чем что-либо другое. По мне, так это самая футуристичная музыка на данный момент. Нет другого такого продвинутого стиля. Любой другой стиль кажется укращенным. Если бы ты знал, что люди сделают завтра, значит, ты уже сделал это на прошлой неделе. Музыка будет развиваться, но, в общем-то, она уже представляет собой нечто самостоятельное и будет двигаться дальше. Как я могу судить, drum and bass распространяется сейчас по всему миру, что на самом деле меня просто шокирует. А множество музыкантов переходит на другие лейблы, подписываются на более крупные, но они продолжают выпускать свои андеграунд треки через лейблы вроде Metalheads, и это очень важно, это поддерживает жизнь этой музыки. На самом деле, люди не из андеграунда всегда смотрят на андеграунд, чтобы увидеть, что нового появилось, хватают это и вытаскивают на поверхность. Так что, если мы сможем развить настоящую андеграундную драм-н-бейс сеть, то это выйдет на поверхность, просто должно пройти лет 10. Сейчас настало время собирать награды за все те времена, через которые мы прошли. Понимаете, когда ребята играют на 3-4 вечеринках за ночь, едут сначала в какой-нибудь район Лондона, а потом куда-нибудь на север Англии, а потом куда-нибудь еще вовсю работают, они получают награду за то, что изначально создали сами для себя. Закончится ли это завтра или нет, я не парюсь, потому что мы уже сделали это. На самом деле, даже не предполагалось, что я буду играть такую роль в этом, рулить, но так вышло. Так что мне нет дела до того, что случится послезавтра, понимаешь? Это не так важно для меня.
Что по-настоящему важно, это то, что я не буду забыт, и музыка будет уже увековечена, высечена в камне, так сказать, а по-настоящему существовать.